Каланские инспекторы движения вышли на улицы со своими помощниками. Юные инспекторы движения раздают листовки пешеходам и водителям. Акция «Внимание, каникулы» проводится на самых оживленных дорогах райцентра. Здравствуйте, у нас проходит акция, чтобы привлечь водителей и пешеходов к проблемам на дороге. Мы выдаем листовки, чтобы были внимательными. Хорошо. Будьте внимательны. Участники акции подготовили брошюры, предназначенные как для водителей, так и для пешеходов. В каждой не только пугающие цифры о количестве ДТП, но и памятка о том, чего не должен забывать пешеход и водитель. Для одних переходить дорогу только в положенном месте, для других за рулем быть предельно внимательными. Юные инспекторы движения считают, что необходимо привлечь внимание к этой проблеме. Ну вот, чтобы все ходили по дорожкам этим, по тротуарам, чтобы не нарушали правила. Не переходили дорогу ни в нужном месте, нигде нет зебры. Всех, кто сегодня в полдень проезжал по главной улице поселка, останавливали автоинспекторы. Но не для того, чтобы проверить документы или выписать штраф. Сотрудники ГИБДД выйти на улицы решили не случайно. Подобные акции, считают в ГИБДД, дисциплинируют водителей. И как следствие уменьшается количество аварий. Направлено на безопасность на дороге. То есть не садиться в нетрезвом виде за руль, соблюдать дистанцию, соблюдать скоростной режим, быть вежливым на дороге, пропускать лишний раз пешеходов и где-то повнимательнее отнестись друг к другу. Главное правило не нарушать, это знают все участники дорожного движения. Но, как показывает практика, не всегда ему следует. Лишний раз напомнить водителям правила безопасности не помешает. Рейды и беседы с учащимися так проходят неделя безопасности в Колыване. Всего за час на посту юные инспекторы раздали больше 100 листовок. Однако вздыхают ребята, только их стараниями и усилиями сотрудников ГИБДД добиться успеха в повышении безопасности на дорогах практически невозможно. Важно, чтобы каждый водитель и пешеход осознали свою ответственность за происходящее на дорогах.